И всем привет, с вами Вячеслав Син, и сегодня в рубрике «Смотри, не боли» у нас будет игра Am I on the Sleep. Собственно, скорее всего, сразу же скажу, что эта игра пойдет на стрим по рубрике «Хоррор». Но все же, если вам интересна данная игра, или вы просто хотите поддержать меня, то не забывайте, что 50 лайков – это очень хороший показатель того, что игра понравилась не только мне, но и вам. Поехали! Ну, если кто не знает, то за 50 лайков это видео продолжит свое похождение на моем канале. Но опять же, если оно мне понравится. Сейчас. Так, Space, Control, сесть, встать и мышкой открывать. Спасибо. Управление примерно как в этом. Еще бы вспомнить, как где. Амнезия. О, вспомнил. Я надеюсь, можно сразу же пропустить? Что-то какая-то она очень громкая, я бы сказал. Hey, привет, сладенькая, ты уже допила? Фу, господи, стакан, что ли? Ой, осторожнее, она может разбиться. Я тоже перепугался. Это займет всего минуту. Мамочка только проверит, что с тортом все в порядке. Давай посмотрим. Так. Прекрасно. О, посмотри на себя, ты очаровательная в своей пижамке. Я не могу вертеть мордой, к сожалению. С днем рождения, сладкая. Сегодня тебе 2 года. Хрена себе, кусманище. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. Да я весь сожрал вообще, ну ладно. Чух-чух-чух. Господи. Представляете, в детстве это еще заставлять надо было. Он не въезжает в туннель. Сейчас вот попробуйте меня заставить есть торт. Да я сам сожру, не успеете даже заставить. Ну, конечно, если передо мной будет шашлык, я его съем еще быстрее. Но это же второе. Милая, смотри, что я нашла. Что же это может быть? Пойдем наверх и посмотрим. Как ты хочешь взять и меня, и подарок? Сколько кусков я съел? Ты что, издеваешься? Ты меня даже один не скормила. Я хочу жрать. Я что-то, в общем, произнес очень такое нужное. Да, Сант? В общем, страна детских кошмаров. Можно это так назвать данную игру. Я просто пытаюсь понять, у меня действительно не работает управление, или геймпад перехватывает. Вот мы и пришли. Давай посмотрим, что внутри. Может, это новая игрушка? Так, сладкая, будь паинька и поиграй немного сама. Мамочка скоро вернется. Господи, только не сади меня на тумбу. Мама. Вызы-бызы.
Я все еще не могу крутить мордой. Что-то здесь не так. Прикольно, он в меню уходит. Так, хорошо, поехали в управление. Вы издеваетесь? Вот. Вот оно как. Ей! Удерживайте нан, чтобы подбирать предметы. Обязательно. Сволочи! Свободу попугаям! Используйте нан, чтобы ползти. Обязательно. Ползком двигаться быстрее. Буду иметь в виду. Используйте нан, чтобы карабкаться. Обязательно. Йона! Нан, чтобы перейти на бег. Ей! Left mouse button. Да ладно. Хоть что-то мне сказали правильно делать. Хреново у меня носков. Хэнна! Хэнна! Чё-то как-то мне, по-моему, дулю подарили в этот раз, да? На 2 года, оказывается, подарки не дарят, да? Печаль. Может, это слон мой? Подарок. Чу-чуна! Что-то, кажется, придется играть самому. Самой. Ха-ха! Лошара! Поезд против кубика. Тыщ! Кубик победил. Ой, кубик проиграл. Ща будет все. Санта-ляк уже. Фига себе. Гусеница. Гусеница идеальную форму имеет, чтобы поезд не мог проехать. На-на, поезду насрать. Будь ты хоть как-то годзилой. Слышь, ты на. Господи, hey, оно живое. Эй, ты меня нашла? It's alive. My name is Teddy. Меня зовут nice Тедди, приятно you. Познакомиться. Hey, а тебя как зовут? Ба-ба-ба-ба. Меня зовут. Господи, оно за мной ходит. Yet, eh? Все еще не разговорчиво. Да, она! Господи, убить говорящего медведя. Давай поиграем. Во что? С наркотиками я завязал. Придумал, ты отвернешься, я прячу розового слона. Нет. Я беру боулинг и играю на пиво. Я победил почти. Господи, ну и походка у меня. Не-не, страйк. Чё надо сделать? Escape. There. You can look now. Ах ты крыса. Медведя спрятал. Ой, фу ты. Слона спрятал, медведь. Ты хреново прячешь. Естественно, я же не дебил. Лша. Он не достается оттуда. Ого, музыкальная шкатулка, она работает? Слушай, мне за тобой убираться потом столько придется. Давай лучше что-нибудь по это. Без выпивки и без Карлсона, пожалуйста. Я не могу поднять подушку, я слишком слаб для этого дерьма. Что тебе надо? Рабочая, рабочая. Видишь? Звенит. That's a nice Какая приятная мелодия.
Не надо мне тут глаза затирать. Что тебе надо, говори, пришелец сраный. Я сказал, не надо тут двигать все, я убираюсь, между прочим. Спади слон. А это что, книга, что, не знаешь, что ли? Чертов неандерталец. На засушливом холсте стоят 5 животных, страдающих от жажды. Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Если мы не найдем воду в этом колодце... Распрощаемся друг с другом навсегда. Ты меня пугаешь. Да, я тоже пытался гусеничкой остановить поезд, но не получилось. Как его зовут? Да ты точно не знаю, из древних веков. Round and round and round. Посади меня к себе на спину, я хочу кое-что показать. Ну, поехали. Нам нужно какое-нибудь очень темное место. Ну, пошли. Пойдем в шкаф. Мой клозет. Мой туалет. It has to be darker. Shut the doors completely. А я что делаю, по-твоему? То, что нужно, говорит. Оно не открывается теперь. Слышь ты, на! Раньше надо было думать, есть тут чудовище. Ёпта. Если тебе станет страшно, просто обними меня покрепче, и тебе станет полегче. Нахрена я тебе послушал, тупой медведь, засранец чертов? Сомневаюсь, что нам следует тут находиться, мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. А на черта ты мне это показал? Черт, я же говорил, не пей ЛСД с медведем. Точнее, не ешь. Слышал, слышал. Кажется, что-то приближается. Мамон! Здрасте. Вот ты где. Что ты делаешь в шкафу? Играешь со своим новым другом? Привет, медвежонок. Приятно познакомиться. Как поживаешь? Не нужно прятаться от мамочки. Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, милая. Мамочка бы расстроилась, если бы ты это не сделала. Ну как же мой торт? А теперь пора в кроватку. Если ты сейчас заснешь, завтра можешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом весь день. У меня родители так же в детстве. Никогда так не получалось. Мальчики и девочки во всем мире уже спят, ждут только тебя. Не дождутся. Не нужно их задерживать. Что за полифония убогая? Сладких снов. Хорошо. А можно на пару тональностей пониже все же? А то этот настораживающий баритон меня немного пугает перед сном. Ну и, собственно, как вы, наверное, поняли, отсюда у нас и начинается основная игра. Спецназ! Всем стоять руки за голову. Такие дела. Такие дела. В общем, юный путешественник, детские страхи, детские... Как это назвать, даже не знаю. Опять у меня игра вылетела. Точнее, не вылетела, а закрылась. Всех их нам надо будет пережить.
Ну, я спойлерить, собственно, дальше уже не буду. Опять же, напоминаю вам, ребятки, если вам интересна данная игра, то не забываем ставить лайки по данному видео. Если лайков наберется около 50 штук, то, соответственно, это видео появится на моем канале в рубрике стримов, либо с летсплеев. Ну, а на этом, собственно, все. С вами был Age of Sin. Всем спасибо за просмотр и всем пока!